Мы поняли друг друга. Я отпустил Тефо, взял тебя. Я расскажу тебе историю. Ты вместе с дядей помешался, что ли, на этих историях? Жил-был человек. Работал механиком. У него был помощник. Так, стоп, подожди. Впервые помощник ввязался в драку благодаря этому человеку. Он заработал свои первые деньги, работая с ним. Механик как-то сказал помощнику: независимо от того, сколько будет драк в твоей жизни, братишка, устав в драке, обопрись на стену или на меня. Ты... Кто ты? Это, почему не защитил меня? Заткнись! Ты ни черта не знаешь об Омере! Ты не знаешь, Это ты не знаешь, Али. Он любил бывать в гараже, возиться с машинами, потому что ты был его наставником. Пошел вон! Пошел вон! Он вспоминал твои слова в тюрьме. Не убегай, когда дело доходит до драки. Не закрывай глаза, смотри, ни за что не убегай. Он не верил до последнего. Каждый день его били в тюрьме. Пошел вон отсюда! Вон! Он говорил, если бы брат Али был здесь, если бы он был здесь, то показал бы вам ваше место. Хватит! Ты не знаешь, что ты сделал с Омером. Ты не знаешь. Знаю! Черт подери, знаю! Ты знал с самого начала. Ты и Рамис. Зачем? Зачем все эти игры? Почему бы тебе просто не пойти в полицию? Что ты хочешь? Кто ты? Какую цель ты преследуешь? Ты видел Омера? Ты разговаривал с ним? Это он тебе обо всем рассказал? Ты был его другом? Скажи правду. После того, что ты сделал, Омер ни с кем не дружил. Почему, Али? Почему ты сделал это? А ты почему был с Омером? Почему ты знаешь обо всем? Память об Омере. В память об Омере. Ты сегодня не умрешь, Азель. Азель. Еще кое-что напоследок. Поблагодари Тефо за меня. Он спас мне жизнь. Парнишка взял пистолет. Тефо подумал, что он выстрелит в меня. Какой парнишка? Он бы не выстрелил.
Просто сирота пригрозил, что отправит меня к своему отцу на тот свет. Я дорог Тефо. Поэтому он нажал на курок и убил его. Он не смог застрелить меня ради тебя, но застрелил Эрена ради меня. Вот так умер Эрен. Эрен, которого я любил. Эзель? Джингис? Эзель, ты думал, все кончено? Ты думал, что ты выиграл? Все кончено, Джингис, я выиграл. Я выиграл. Ладно. Тогда послушай. Такси? Поехали в ночной клуб? Поехали. Я думал, что ты мой друг. Но после того, что ты сделал со мной, я стал задумываться. И, наконец, я понял, кто ты. Теперь ты поймешь, кто я. Я тебе покажу это. Ключи. Куда ты? Джингис сбежал из тюрьмы. Ты шутишь? Ключи, Камиль. Откуда ты знаешь, где он? На его месте я сначала пошел бы туда.
Эзель? Эйшан, только не паникуй. Что случилось? Я звоню, чтобы предупредить тебя. Джингис сбежал из тюрьмы. Что? Он может прийти к тебе, однозначно. Сначала он пойдет к тебе. Но ты не волнуйся, я уже еду. Будь начеку. Эйшан? Эйшан! Эйшан! Я вернулся, женушка. Как ты сбежал? Я Джингис Атай. Это было легко. Ведь именно поэтому ты ненавидишь меня. Джингис! Эйшан, все хорошо. Успокойся. Я здесь. Я здесь. Он приходил? Вы в порядке? Где домашние? Где Джан? Джан спит. Он ничего не слышал. Элиф с ним, Бахар нет. Он тебе что-нибудь сделал? Он только нагнулся. У него были такие страшные глаза. Я испугалась. Потом приехала полиция. Я убью тебя. Это была не просто угроза, Эзель. Он хотел убить меня. Это было видно по глазам. Успокойся, успокойся. Полицейские приехали за ним. Не волнуйся. Ни с кем ничего не случится. Эйшан? Эйшан, посмотри на меня. Он ничего с тобой не сделает, поняла? Эзель, они стреляют! Они стреляют! Эйшан, успокойся, тише, тише, все. Как они его вывезли? Зачем пришел? Я пришел поблагодарить тебя. Джингис... Видимо, твои люди помогли, иначе он не смог бы сбежать. Я хочу сказать, что Джингис им... Сказал о том, что Азад жива. Дядя, если хочешь, я поеду, я буду рядом с Азад. Если надо, я отвезу ее в другое место, на всякий случай. Чтобы быть уверенным в том, что ничего не случится, надо вырвать сердце Кинана. И можно перерезать горло. Только прикажи, я все сделаю. Ты не сможешь. Ты не сможешь, потому что ты не выполнил то, что я тебе сказал. Ты должен был пристрелить Али. Он это заслуживает. Но ты не смог. Говори. Я не смог. Преданность означает, что ты каждый день должен успешно сдавать экзамен. Ты не смог доказать свою преданность. Дядя. Дядя, не поступай со мной так.
Дело еще не закончено. Дядя, я пока нужен Эзелю. Эзелю нужны люди, которым он может доверять. Ты опозорил меня. Бери. Бери. И чтобы завтра тебя здесь не было. Эзель найдет какой-нибудь выход. Вот увидишь. Эзель найдет какой-нибудь выход. Ничего страшного, ты все уладишь. Ты однажды отправил Джингиза за решетку и снова отправишь? Нет, не отправишь. Не стоит недооценивать Джингиза, Шебнем. Джингиз сейчас очень опасен. У него есть преимущество. Перестань. Нет у него преимущества. Какое? Джингиз беспомощен. И может сделать все, что угодно. И что он будет делать? Что он может сделать нам? Не нам, Шебнем. Эйшан. Ну разве это плохо? Пусть цепятся друг с другом. Это же здорово. Джингиз придет к ней не для того, чтобы разбираться, а для того, чтобы убить Эйшан. Мы должны защитить ее. Почему? Потому что только мы можем защитить ее. Вы вышли, господин? Вышел, вышел. Есть кто-нибудь наверху? Пока нет. Отлично, никому не говори. Я хочу сделать сюрприз. Хорошо, господин. Я верну. Я все верну. Подонок Али. Подонок Али. Подонок Али. Подонок, черт тебя подери. Я здесь. Говори. Добро пожаловать. Полицейские приезжали к тебе домой. Что я сделал тебе, Али? Скажи, что я сделал тебе? Ничего. Посмотри на меня. Я выйду отсюда. Тебе надо убить меня, чтобы остановить. Я отправил тебя за решетку. Я не такой дурак, чтобы доверять тебе. Нет, 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 это не ты. Я никому не скажу, Али. Я никому не скажу. Отпусти меня, умоляю, отпусти меня, отпусти! Thank you.
Ты пришел за деньгами. Вот тебе деньги. Выбрось свою одежду. Надень это. Не ночуй на улице, иначе тебя схватят. Не ходи в знакомые места. Полицейские знают о них. Сделай себе документы. И всегда носи пистолет. Нет, не здесь. Не пачкай мой кабинет своей кровью. Зачем ты помогаешь мне? Чтобы мы съели друг друга. Вместе с Азелем? Отныне каждый сам за себя. Каждый будет думать своей головой. Посмотрим, кто останется в живых. А он умен, да? Подонок очень умен. Али, на этот раз я не смогу выиграть, не так ли? Подонок намного хитрее меня, да? Да, он умнее тебя, Джингис. Поэтому он выиграет в любом случае. В драке он беспощаден. Но когда соперник падает, когда надо нанести последний удар, Эзель останавливается. Я видел его глаза. Ему становится жалко соперника. Ты, когда твой соперник падает, хватаешь его за горло. Он сильный. А ты мерзкий. Два старых друга, непрекращающаяся вражда. Когда между ними встает месть, хороший и плохой постоянно меняются местами. Чтобы победить соперника, следует бороться с собой. Два старых друга. Непрекращающаяся вражда. Джингис, что он предпримет, по-твоему? Пойдет Кайшан. Осмелится пойти еще раз? Да. Но сначала он пойдет в другое место. Тефо? То есть Тефик? Что сказал дядя? Я готов к исполнению обязанностей. Только брат, дядя, выгнал тебя. Но я хочу остаться с тобой. Конечно, если ты позволишь. И я хочу участвовать в этой игре до самого конца. Брат, только не говори, чтобы я ушел. Брат, прошу тебя, не выгоняй меня. Вчера ты сделал для меня то, что не делали другие. Не бросай меня. Поговори с дядей. Ты фиг. Брат. Я буду твоим человеком. Хорошо, сейчас я буду держаться поодаль, собирать нужную информацию. Я знаю, как это делать. Я найду этого Джингиза. Я предполагаю... Ты фиг. Эрен. Ты убил его. Кто тебе сказал? Али. Ты застрелил Эрена. Смотри в глаза. Смотри в глаза! Брат, я не нарочно. Как сказать, Эрен...
Тайфик! Не трогай меня! Отправляя тех, кто дорог тебе в изгнание, ты не имеешь права останавливаться. Не имеешь права терзаться. Вперед, Эзель, в атаку. Идем, Шебнем? Нет. Он так поступил с Тайфиком, а теперь бросился на помощь Айшан. Что делает этот человек, не пойму. Детки, подойдите. Среди вас есть ученики 4 Б? А что? Мой сын Джан Атай учится в этом классе. Мы знаем Джана. Он учится в 5 А. Да, да, конечно, да. 5 А, конечно. Ты не мог бы передать ему записку? Почему? Потому что Джан поколотил его вчера. Ничего подобного! Как это? Он поколотил тебя? Нет, да, нет, да! Дети, 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 тихо, тихо, дети. Джан однажды дал тебе денег. Какие еще деньги? Смотри, он здесь оставил. Ты передашь ему записку? Почему? Потому что он должен мне еще 20-ку. Держи. Чего толкаешься? Давай, давай, иди. Давай. Чего ты на меня уставился? О, Господи! Трижды два? 6. Четырежды четыре? 16. Молодцы. 6×8. 48. Да вы просто молодцы. 6×9. Джан! Папа! Папочка! Сынок! Это всего-навсего мимолетное мгновение. Откуда ты узнал? Люди в такой ситуации бегут к тем, кого любят. Я так думаю. Они идут домой, к брату, к сестре, к детям, потому что хотят обнять их.
Что ты хочешь от меня? Что тебе еще от меня надо? Мы только начали, Джингис. Я каждый раз буду на шаг впереди тебя. Папа! Подожди, сынок, я сейчас. Ну и каково тебе? Ты вышел из тюрьмы, находишься рядом с теми, кого любишь, но не можешь их обнять. Ты проходишь мимо своего дома, но не можешь войти. Все, что у тебя было, больше тебе не принадлежит. Ты не можешь приблизиться к своим близким. Ты не можешь больше этим владеть. Смотри, он совсем близко. Но больше не подойдет и не обнимет тебя. Какое у тебя ощущение, Джингис? Ужасное. Позволь мне. Позволь мне один раз на 5 секунд. А ты бы позволил? Ты позволь. Я прошу тебя, умоляю. Совсем вернулся? Пока нет. Джан, сынок, я очень люблю тебя. Я тоже люблю тебя, папа. Идем со мной. Идем домой. Я очень люблю тебя, мой лев. Не забывай это, хорошо? Пап, что случилось? Я должен уйти. Если отпустишь врага сейчас, больше не приблизишься к нему, ты его упустишь. Потому что его охватит ярость, и он пойдет в атаку. Ну что, а? Сельма, ты готова? Рамис. Иди-ка сюда, садись. Помнишь, когда я увидел тебя впервые в казино Карагёзлюм? Я сказал тем, кто был рядом, забирайте, пусть казино будет вашим. Кажется, я влюбился в эту девушку. А меня пугали. Говорили, он Рамис Карайский. Но когда мы были вместе, ты не боялась меня, ведь так? Никогда. Я никогда тебя не боялась. Не бойся, не бойся. Рамис Карайский защитит вас обеих. Иди ко мне, дочка. Моя дочь. Будь рядом с теми, кто тебе дорог, потому что сначала враг попытается навредить им. Бог в помощь. Мама, сегодня папа приходил в школу. Знаю, дорогой.
Полицейские приехали, чтобы забрать папу. Они увезут его в тюрьму, да? Я с тобой. Не бойся. До каких пор, Эзель? До каких пор? Если войдет Бахар, ты останешься со мной? Если тебе нужна помощь, я никуда не уйду. Я столько обманывала. Нет. Я все только порчу, всегда все рушу. Как мне выбраться из этого? Со мной. Ты не доверяешь мне? Я никуда не уйду. Не уйду. А в будущем ты не уйдешь от меня? Проснувшись однажды, ты не станешь ли ненавидеть меня? Ты будешь любить меня всегда? Пусть будет, что будет. Всегда, где бы я ни был. Бахар. Бахар нас видела тогда. Мы исправим это вместе. И как это произойдет? Она с тобой говорила? Бахар приходила к тебе вчера? Нет. Зачем? Я с ней вчера говорила. И что ты ей сказала? Правду. Я сказала, что хочу быть с тобой. Несмотря ни на что. И что она ответила? Ничего. Ничего. Но она была очень расстроена. Я расстроила ее. Что она теперь будет делать? Эзель, я не смогла прийти и рассказать тебе все лично. Я не решилась посмотреть тебе в глаза, потому что так сложно говорить об этом, Эзель. Омер, все, что произошло с ним, это моя вина. Ты поступил со мной несправедливо, но я не могу поступить с тобой так же. Эйшан любит тебя. Это значит, что вы предназначены друг другу, судьбой. Как тяжело. Мне трудно простить тебя. И трудно просить, чтобы ты простил меня. Я злюсь на сестру, не могу простить ее. Нелегко снять с нее бремя вины. Но главное то, что я написала в начале. Правда в том, что тебя принесли в жертву, чтобы я могла жить. В этом правда. Чингиз? Что ты сделал, Чингиз? Сядь. Подожди 2 минуты. Посиди 2 минуты, Бахар. Сестра знает? Твоя сестра обо всем знает. Ты ничего не знаешь. Слушай меня, у меня мало времени. Эйшан с Эзелем обманывают тебя. Ты знаешь? Откуда ты узнала? Они сказали тебе? Или ты застала их? Позор, позор. Ой, какой позор. Ну ладно я, но чтобы с тобой так поступить?
Мы с ними еще разберемся, Бахар. Обязательно разберемся. Мы ничего не будем делать. Теперь я знаю, кто ты. Я знаю о том, что вы сделали с Умером. Айшан сказала тебе? Она сказала, что сделала это ради тебя. Да? Отпусти, мне больно. А мне? Мне не больно? Она сделала это не ради тебя, она сделала это ради меня. Сделала, чтобы быть со мной, она сделала это ради денег. Ты всего-навсего, отговорка. Всего-навсего. Ты лжешь. Я знаю все. Она сделала это не ради тебя. Твоя сестра столько лет увиливала от тебя. Бросала вас с отцом и сбегала. Думаешь, она поумнела? Очнись, девочка. То, что произошло со мной, тоже ложь. О чем ты? Ты думаешь, я убил человека? Напряги мозги. Все, что мы сделали Омеру, вернулось ко мне. Эзель сейчас с Айшан. Все это я пережил из-за них. И это было сделано ради тебя? Твоя сестра отправила меня за решетку тоже ради тебя? Отпусти меня. Айшан солгала на суде. Так же, как когда-то поступила с Омером. Твоя сестра дьявол во плоти, черт подери. Ради тебя. Она ни на кого не посмотрит, если захочет что-то. Беги к своей сестре. Беги, пусть она и дальше морочит тебе голову. Ты уже собрался? Куда ты поедешь? Не знаю. Позвони, когда устроишься. Хорошо. Мы здесь совсем разберемся. Ты не волнуйся. Не буду. А если буду, ты будешь волноваться? Зачем ты пришла? А ты бы предпочел, чтобы я не приходила? Ты пришла удержать меня? Нет, не удержать. Я поняла, что ты уедешь. Я пришла спросить, ждать ли мне твоего возвращения. Мне тебя ждать, Тефик? Шебнем, скажи, уходи. Почему ты меня угробишь? Если я буду знать, что ты ждешь, и я не смогу вернуться, это добьет меня. Шебнем, не делай этого. Прошу тебя, но уходи. Уходи, Шебнем. Пожалуйста, уходи.
Тебе не надо работать. Нас охраняет полиция. Я думаю... Что? Ты можешь сказать? Я думаю, что бы было, сложись все по-другому. Если бы Джингиза не существовало, если бы мы встретились много лет назад, поженились, ты родила бы мне сына. Это был бы наш дом. Мы бы уже были женаты 12 лет. И вместе многое бы пережили. Мы бы вместе завтракали, ездили в отпуск, просыпались вместе по утрам, немного ссорились, развлекались. Мне любопытно, каким бы было наше прошлое? Сколько общих воспоминаний у нас накопилось бы? У меня такое чувство, что у нас есть общее прошлое, Эзель. Скажи правду, не надо романтики. Меня преследует муж, и еще есть Бахар. Но мы сидим здесь. Будь-то так было всегда. Как будто так и надо. Я всегда искал чего-то. Искал то, чего не мог достичь. Мне никогда не удавалось посидеть спокойно в кресле. Но рядом с тобой я не ищу ничего другого. Это реально? Мы сможем быть счастливы? Не сможем? Вместе? Не знаю. Нет, не вставай. Не беспокойтесь, я пришла кое-что забрать. Бахар! Ты не так поняла, Бахар? Нет, отчего же? Ты сама сказала, несмотря на меня. Один единственный раз ты была честна, и на этом спасибо. Эзель пришел сюда ради нас. Джингиз сбежал из тюрьмы. Зачем? Вы устроите вечеринку, когда он придет? Ваши игры не заканчиваются, да? Какие игры? Он хочет защитить нас. Почему? Неужели мы должны бояться Джингиза? Неужели так, сестра? Эзель, она хочет с тобой поговорить. Ты в порядке? Почему не отвечаешь на мои звонки? Если я не скажу, что ты сделаешь, сестре? У меня есть право знать, Эзель. Что ты сделаешь? Заставлю испытывать страдания. И как ты это сделаешь? Ты настолько беспощадный?
Эйшан тебя любит. Она просит у тебя помощи. Она будет рыдать и умолять тебя. Она снова скажет: «Омер, разве не так?» Скажет: «Спаси меня, Омер». Ты сможешь это вынести? Я столько раз прокручивал это в голове. Думаешь, я передумаю после этих слов? Не после этих слов. Когда Эйшан станет умолять, ты сможешь сделать то, что хочешь? Нет, я думаю, не сможешь. А ты? Ладно я, а ты? Говоришь так, а почему сама не идешь помочь сестре? Почему не рассказываешь ей правду? Я хочу перевести дыхание, Зель. Хватит. Я не хочу ни с кем говорить. Ни с кем из вас. Особенно с ней. Не хочу. Значит, ты все бросаешь? Да, бросаю. И ты сделай то же самое. Не делай ничего никому. Ты... Значит, ты передумала защищать меня? Я больше не смогу защитить тебя, Эзель. Я сдаюсь. Я устала. Делайте, что хотите. Иди, пусть любимая спасает тебя. Алло! Бахар разозлилась и ушла. Нет. Эзель внизу. Он Сейшан. Сердар, я продиктую тебе адрес. Приезжай туда. Удачного дня, ребята! Не останавливайся. Джингис, ты не в порядке. Сердар, и как же ты это понял? Да у тебя температура, сынок. Иди, не останавливайся. Полицейские патрулируют район. Тогда почему ты решил встретиться здесь? У меня здесь дела. Сердар, буду краток, мне нужна твоя помощь. Поможешь? Ей-богу, Джингис, сейчас другие времена. Я, конечно, тебя люблю. Сердар, заткнись. Джингис, слушай, я всегда ставлю на лошадь, которая побеждает. Но, если честно, ты не совсем похож на победителя. А ты молись, и я им стану. Я уйду, придет Эзель. Эзель будет держать тебя в доме. Если не будет меня, что, по-твоему, сделает он с тобой? Смотри, не трогай мою девочку. Я тоже нервный. Сердар, я не знаю, куда податься. Думаешь, я сделаю что-то с Эйшан? По-твоему, я такой дурак? Я просто поговорю с ней. О чем ты с ней хочешь поговорить?
Вместе поговорим, Сардар. Ты и я вдвоем, как в старые времена. Ты, я, Эйшан. Славная команда, да? Неужели не хочешь снова провернуть какое-нибудь дело, как раньше? Ладно, говори, что у тебя на уме, а я подумаю. Идем. Мы нашли убежище девчонки, но ее здесь нет. Они увезли Азад. Брат Али. Я уезжаю. Почему? Они тебя прогнали? После всего, что ты сделал? Почему? Арамис, за то, что я не убил тебя. Эзель, за то, что я убил ради тебя Ирена. То есть теперь ты никому не нужен? Остался один. Как я. Ты ждешь дядю? Опаздывает, подонок. Он так дела не делает. Пока ты ждешь, он не будет в тебя стрелять. А когда он выстрелит? Когда ты забудешь о нем. Ты только забудешь, и он тут как тут. Сейчас не выстрелит, но в будущем выстрелит обязательно. Эти двое, Эзель и Рамис. О чем я не знаю, Тефо? Что они скрывают? Они же что-то скрывают. Не так ли? Не могу сказать, брат. Брат Али, они дали мне работу, я ее выполнил, потому что эти люди вытащили меня из грязи. Потом они снова приказали мне войти в эту грязь. И я вошел. Но потом я познакомился с тобой, брат Али. Ты можешь ненавидеть меня, но я узнал тебя. Со мной произошло что-то. Я... собака, у которой было три хозяина. Но только один из них
относился ко мне как к человеку. Только один был мне как друг. Если бы у меня был выбор. Если бы не давил ошейник. Если бы у меня был выбор, брат Али. Знаю, это неправильно. Но с этим человеком я отправился бы даже в ад. Я хочу, чтобы ты был справедлив. Я прошу у тебя справедливости. Справедлив. Черт подери. Справедлив. Домашним теперь сложно заснуть. Я пойду. Хорошо. Камиль снаружи вместе с полицейскими. Я тоже не буду спать. Если позвонишь, приеду. В чем дело? Что-то в тебе изменилось. Сейчас ты защищаешь нас, и что-то в тебе изменилось. Ты стал другим, мягким. Когда хочется, не получается. Нет. Это прекрасно. Я никогда тебя таким не видела. Ты защитник моей семьи. Не моей семьи. Ладно, я пойду. Приходи еще таким, ладно? Не надо быть сильным, стойким, как скала. Приходи и относись к нам, как будто мы дороже всех на свете. Однажды, когда не нужно будет быть сильным, когда в моей голове не будет столько мыслей, я приду к тебе. Ты обнимешь меня. Я буду беззащитным. Закрою глаза. Однажды. Я сниму с себя маску и выброшу ее. Не буду защищать себя. И предстану перед тобой таким, какой я есть на самом деле. Я приду к тебе. Но только однажды, Эйшан. Не смей сдаваться, Изель. Не смей спускать паруса, иначе волны поглотят тебя. Thank you.
Если ты не проведешь атаку первым, ее проведет твой враг. Не прогоняй меня. Даже если ты убийца, даже если я никогда не увижу тебя, не прогоняй меня сегодня. Прошу тебя, не прогоняй. Где Шебнем, Камиль? Отпросилась. Она с Тефиком. Азаль, чтобы защитить Бахар, мы все приостановили, это понятно. Ее вины нет. Но почему мы защищаем Айшан, ты это хочешь спросить? Я спрашиваю, ты уверен в том, что делаешь? Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Сегодня дядя Камиль отвезет тебя в школу, хорошо? Можно сесть за руль. Папа всегда разрешал. Попробую уговорить Камиля. Оставь его в школе. В обед проверь и забери вечером. Хорошо. Ну, давай, пока. Можно мне сесть за руль? Уговаривает его.
Может, он уехал? Может, он сбежал? Даже если захочет, Джингис никуда не поедет. Почему? Потому что он тебя любит, Эйшан. Прощай, Шибне. Джан, ты куда? Джан? Джан? Быстрее. Дави на газ. Не получается? Я не буду играть. Нет, не могу больше. Скучно? Конечно, конечно. Не любишь проигрывать, да? Так нечестно. Не нажимай на эту кнопку. Нажимай только на эти две. Так не пойдет. Это игра. Начинаем сначала. Телефон. Следи за ним. Только не говори, что ты потерял его. Он убегает к Джингизу. Но как он сказал Джану? Мы позволили. Я очень люблю тебя, мой лев. Не забывай это, хорошо? Что случилось, папа? Я должен уйти. Завтра я приду на то же место. Выйди из класса и быстро беги ко мне, только быстро, не останавливаясь. Следи за ними. Хорошо. Что случилось? Ничего, это по работе. Точно? Ладно, Бахар, милая, достаточно того, что ты скажешь, где ты. Ладно, я никому не скажу. Ладно, даже я не приеду, хорошо? Никому не скажу. Где ты, дочка? Я же волнуюсь за тебя. Папа, это Бахар? Нет. Хорошо, дочка, хорошо. Что случилось? Папа, что случилось? Беспокоюсь за Бахар. Вот и позвонил. Я что, не имею права? Я волнуюсь за нее. Ты же знаешь, слабость, кашель, вялость. Да, подожди, не звони. Она просила, чтобы ты не звонила. Она взяла с меня слово. И что мне делать? И что мне теперь делать? Она сказала, пусть Изель придет, если захочет. Только его хочет видеть. Сказала, чтобы больше никто не приходил и не звонил. Она сказала, чтобы он не звонил. Говорит, пусть не звонит, но приходит, если хочет. Ты же знаешь ее характер. Она делает то, что приходит ей в голову. Сказала, что совсем сама справится. Эзель, чего ты ждешь? Камиль с Джаном. Ты останешься одна? Забудь обо мне. Прошу, иди к ней. Ладно. Никуда не уходи. Останься с дочерью. Ты меня понял?
Понял, понял, не переживай. Где это? Это далеко. Сейчас объясню. Поймал. Нет, упустил. Папа, пожалуйста, закрой наверху все окна. Папа, выйди и... Тише, тише, тише. Папа, сделай что-нибудь. Дочка, успокойся, успокойся. Ничего страшного, жизнь моя. Мы просто поговорим, не правда ли, Джингис? Папа, это ты? Это ты впустил его? Не бойся, он ничего нам не сделает. Мы просто поговорим и все решим, не так ли? Ну уже, говори. А где Эзель? Что такое? Мы остались втроем? Джингис, мы так не договаривались. Что это? Не бойся, дочка, он дал мне слово. Сэр Дар, иди к себе. Мы с Эйшан соскучились друг по другу. Я никуда не пойду, Джингис. Если есть что сказать, говори при мне. Сэр Дар, он дал слово, не бойся, ничего он не сделает. Папа, что ты наделал? Он убьет меня. Не трогай, не надо. Джингис, 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 папа. Теперь поговорим наедине. Полиция! Что случилось, Эйшан? Куда подевалась твоя сила? Куда исчез ум? Боишься умереть? Не переживай, я присмотрю за своим сыном. Убери руки! Не трогай меня! Не надо, умоляю, Джингис! Умоляю! Это тебе не надо было делать так. Что ты сделала со мной? Что ты сделала? Ты забрала у меня все. Все. Я верну тебе все. Все верну. Ты вернешь себе все. Даю тебе слово. Верно. Я верну себе все, кроме тебя. Тебя я не верну. Не верну, Эйшан. Вернешь. Я снова буду с тобой. Будешь? Буду. Мы начнем все заново, с чистого листа. Попробуй убедить меня. Попробуй убедить меня. Попробуй убедить меня. Я здесь. Я с тобой. Я здесь. Я любил тебя, какой бы ты отвратительной ни была. Thank you.
любил тебя больше всего на свете. Как ты думаешь, сейчас тоже люблю? Это возможно? Такое волшебство бывает? Я все заберу. Только тебя не возьму назад, Эйшан. Джингис! Я люблю тебя. Эйшан? Как это? Как это? Закрой рот. Иди-ка сюда. Я же обманул тебя. Выйди на улицу. Эйшан, выйди на улицу. Ты забрал у меня Эйшан. Отдай ее мне. Верни ее! Я ее не забирал. Я вернул ее. Сейчас они будут здесь. Убирайся. То есть ты отпускаешь меня? Почему? Я не отпускаю тебя, Джингис. Я тебя прогоняю. Ты убежишь. А я буду тебя преследовать. Убирайся. Тебе больше некому идти, да? Тебя больше никто не любит. Никто не возьмет тебя к себе. И денег у тебя теперь нет. Расплачивайся за все, что ты сделал. За все! О чем ты говоришь? Расплачиваться за что? Смотри у меня, не смей приближаться к Эйшан. Отныне будешь жить без нее. Расплачивайся за свое предательство сам. Пошел вон! 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 Я вернул ее! Я забрал у тебя и вернул себе! Дочка! Наступила пора изгнания. Кто больше не нужен, и те, кого больше не любят, отправляются в изгнание. Никто не будет наставлять их. Они изгнаны. Они вошли в этот мир, но возвращаются в ту пустоту, из которой вышли.
Муртефик. Если ты уходишь, это не изгнание. Изгнание, когда все, кого ты любишь, отворачиваются от тебя. Изгнание – это невозможность приблизиться к ним, притронуться к ним. Изгнание, когда ты стоишь у дверей и не можешь войти. Ты в порядке? У тебя кровь. Обработать? Будет лучше, если я уйду. Пойдем со мной. Пойдем. У тебя в голове много мыслей, не так ли? Ты думаешь о лжи, о подозрениях. Тебя терзают сомнения, плохие воспоминания и бесконечный страх. А тебя нет? И как ты избавилась от этого? Благодаря тебе, Изель. Сегодня ты заставил исчезнуть страх и сомнения. Эйшан. Пойдем со мной. Забудь обо всем и идем со мной. Эйшан. Ты весь дрожишь, Изель? Я очень устал. Ты не знаешь, Эйшан, как я устал. Скажи мне.
Я устал пытаться не любить тебя, не скучать по тебе. Я очень устал. Все в прошлом. В прошлом? В прошлом. Теперь я твоя. Чингис? Дядя Мумтаз, позволь остаться у тебя на одну ночь. Мне некуда идти. Дядя Мумтаз. Как ты? Я сбежал. Сбежал. Мне некуда податься. Сынок, тебе есть где переночевать. Прости меня, дядя Мумтаз. Прости меня. Пойдем, заходи. Как это произошло?
пока я ждал тебя. Мы оба не любим говорить о прошлом, правда? Даже если не будем говорить, оно есть. Иди ко мне. Я дала тебе слово, и я его сдержала. Не прячься, и я перестану прятаться. Давай сбросим маски. Давай. Забудь обо всем. Давай закроем глаза. Давай начнем доверять друг другу. Ты отдашь мне себя, а я отдам тебе себя. Эйшан, больше не бросай меня. Я не оставлю тебя. Эзель? Да. Самое сложное — держать победу над сердцем человека. С самого начала эта игра была твоей игрой, не так ли? Я был на месте Джингиза. Я знал, куда он мог пойти. И он мог попросить помощи только у одного человека. Сардар выходит, следи за ним. А потом ты стал ждать. Когда Сардар сказал Бахар, я понял, что они затеяли игру. Я слежу за Бахар. Сардар не говорил с ней по телефону. Они сделали так, чтобы я не смог позвать Камиля. А потом решили и меня отослать. И ты ушел. Недалеко. Стал ждать. Ты ждал. Ждал до последнего момента.
Ждал до тех пор, пока Эйшан не стала задыхаться. Это было самое сложное, дядя. И сдерживать себя тоже. Ты хочешь завоевать Эйшан. Поэтому надо было сделать так, верно? Эзель? Ты сыграл с противником в такую игру, что использовал его выход из тюрьмы в собственных интересах. Молодец, сынок. Мне нужен был его гнев. Ты отправил Джингиза в изгнание. Все отвернулись от него, и он остался в одиночестве. Победа номер один. Ты отправил Сардара в изгнание. Дочери отвернулись от него. Победа номер два. И победа номер три. Эйшан перестала доверять тебе. Но ты вернул ее доверие. Да так, что она сдалась тебе. И первый раз полностью доверилась тебе. Когда-то я тоже доверял ей. Потом. Слушаю. Вы Эйшан Атай? Да, а в чем дело? Пожалуйста, распишитесь здесь, госпожа. Что это? Ввиду того, что вы не выполнили обязательства по кредитному соглашению, банк решил конфисковать вашу собственность. Что вы хотите сказать? Госпожа, мы пришли конфисковать ваше имущество. Ты сделал самое сложное, но в итоге выиграл. Ты проделал большой путь, очень большой. Ну, давай. Эйшан. Эйшан.